В данном видео я покажу вам одну фишку в Телеграме. Обязательно пользуйтесь, мне она прям очень нравится. Итак, заходим в Телеграм. У меня есть чат моей команды. Вот он чат. И здесь в закрепе есть вся информация, навигация по каналу. Видите, синеньким буковки горят, это значит в них зашита ссылка. Вот, например, даже первое открываю. Как оформить бонусную карту? Все, открываю, и меня перекидывает на YouTube канал. То есть мои уже новички. Как оформить себе бонусную? Мои новички уже знают эти видео. И уже не нужно им показывать лишний раз. Делаю скриншотик. Вот смотри здесь. Очень удобно. Я вам в этом видео покажу, как же сделать именно вот такую вот фишку. Итак, предположим, например, заходим на YouTube. И какое-то я там видео записала, да, полезное. Ну вот, например, планерка на тему обзор основных средств. Основных линеек БАДов. Поделиться. Я копирую. Все, копирую. Далее иду сюда. Телеграм. Так, один раз нажимаю. Изменить. Так, готов материал. Ну вот, например, видео обзор. Вот видео обзор основных линеек БАД. Все, я это выделила. Нажимаю на три точки. Вниз спускаюсь, добавить ссылку. Все, и добавляю. Видите? Видео обзор основных линеек. Все, сохранить. Теперь тоже. Вот, например, так. Ну вот у нас экспертный час с наставником. Например, вот я сделаю тоже это сообщение, копировать ссылку. Теперь иду в навигацию. Так, подольше надо подержать. Нет, наоборот. Все, опять изменить. Ну, давайте вот на примере сделаем. Так, запись на экспертный час. Все точно так же выделяю. Вниз спускаюсь, добавить ссылочку. Удаляю. И вставляю эту именно на сообщение. Все, окей. Все, здесь галочку. Вот, предположим, опять давайте нажму на навигацию. Запись на экспертный час. Я нажимаю, и все, я автоматически оказалась вот здесь. Очень удобно, пользуйтесь, применяйте. Если видео было полезно, обязательно поставь лайк и не забудь подписаться. Еще больше фишек у меня на чате, все о работе, именно в Телеграме. Сейчас я вам покажу, как он выглядит, чтобы тоже знали. Вот, тоже есть навигация у меня. Давайте знакомиться. Фокус-группа. 10 шагов, как привлекать целевых людей в команду. Как получать 2-3 заявки в день. Готовый бот для твоей команды, пожалуйста. Инструменты для работы. 30 готовых сценариев. Уроки по созданию бота с нуля. Бесплатная диагностика. Мой телеграм-канал, YouTube. То есть тоже очень удобно. Вот даже, смотрите, давайте знакомиться. У меня вот здесь вот уже есть все обо мне. Так что очень удобно, пользуйтесь этой фишкой, применяйте в своей работе. Так что под этим видео я оставлю ссылочку на этот канал, присоединяйтесь и узнаете самые первые о фишках, о работе онлайн в сетевом бизнесе. Всем пока-пока!